одну пляжную тапку. И вот в этой одной из ее самых, самых ценных вещей, которые есть. Вот. Так что, в общем, значит, представьте себе, каково житье в этом царстве государстве. Это же просто кошмар. Ужас. Последние деньги из казны. Так вот, батюшка, это ты что ли ей? Хватило на один тапок. На один пляжный тапок. А как домой-то добраться из ваших лесов, ты хоть знаешь? Будем думать. Вот, карты нет, ничего нет. Есть в вашем государстве один ученый вообще-то, между прочим. Да и тот дурак. Вы знаете, вот что не ученый, то дурак. Сидит целыми днями, пытается впихнуть невпихуемое и решить какие-то глобальные задачи, звездные задачи. Покажи звезду. Есть у тебя звезда? Ай, какая звезда, улыбчивая звезда. Ой, все звезда. Решил? Но он по-своему ее решил. Видите, он решил что-то. Помощь эластичная емкость. Что эластичная? Емкость. Емкость. Соответственно, непрекуемая можно впихнуть, если кастрюля эластичная. Но это маленькое невпихуемое. А попробуй вот в эту емкость что-то другое. А вот и все. Да, ты туда даже крыжу, крысу, шушеру, которая в вашем государстве живет, даже ее не засунешь туда. Не впихуешь туда. Это принцип. Да? А принцип-то сам. А, принцип, конечно. Да, принцип, да. Но если сделать вот эту сеточку побольше, да, то можно туда крысу впихнуть и оставить ее за этой решеточкой. И вот с двух сторончиков да, так да. завязать. И там дверку, и там дверку, и все там закрыть на все замочки. А на голову так раз. Раз и все. Есть какие-то
какие-то интересные штучки, которые очень красивые. Ой, красивый, король. Вот. Здесь я у него там таинственный мешок. Выдачу сейчас замуж, да, ну, Ваня? Все хорошо, девочка. Все хорошо. Принцесса. Вот, так что вот такие дела. Все вот как бы замечательно. Но давайте посмотрим, как еще картинка. Обратите внимание, там таинственный мешок у нее есть. И она пытается вот как-то еще у дурака там тоже что-то скрасть. Но у нее не получается. У меня все получается. У дурака не получается. Давайте добавим мешок наших персонажей. Да? Наших персонажей. Я вот... У него этот это вот кулак слова мира. Не нашел, даже это модель мира. Вообще. Ну и понимаешь, если ты все у него сопрешь, даже одну детальку, у него система поломается. У него поломаются все схемы. Какая у дурака система может быть? Вот твоя система. Система. Какая женщина? Он женщина, он только сиськи. Почему дети, только сиськи? Вон ну я не еще... знаю, почему ты ценишь только эту женщине? Почему? Дурак, потому что Ваня. Потому что шапочка у него такая же, вот такого же цвета. Почему? Я ценю в женщинах еще пафос. Вот, например, леди пафос, видишь? Понятно. И святость, ой, и свой источник. Дурак он и есть уже. Я в женщинах разобрался, вот, для Китая. Послушай, царь-батюшка, твоего Ванюшку говорит. Молчай! Чего молчать-то? Ты вот за это сокровище, вот это вот я вашу красотку решила отдать. Меня он... Я не слышу. Чё-чё? А это мужик. Ага. Помолчи. А это баба. Тихо. Так. Это модель мира и мировое яйцо. Ага. Баня. Ага. Это семеричная структура человека. Это троичная структура женщины. Дело говорю. Это модель времени. Это... волшебный хлеб. И кто его причастится, тут написано 17 канал. Один хлебец, один канал. Как у космоэнергетики. Один канал 500 долларов. Это только вот цвет красивый, все. Ну ты посмотри. А это моя сужена. Ванечка, ну ты что, тебе такое сокровище дает? Ну ты я что? Какая твоя суженая, Вань? Со схемой. Ты же вот свою игрушку никак не наиграешь. Суженую тебе подаешь. Она же на море хочет, ты разве сходишь ее на море? Какие схемы? Ты что ей собрался рассказывать? На море, да? А у меня морская звезда есть. У меня морское море, может, и нету, а морская звезда есть. Она на море хочет у нас. На вот хочет на море, и все, девонька наша. Что на он взглядел? Нету. Нету денег у тебя на море. Ну вот как? Ты можешь все свои эти если... конструкции простраивать. Я надеялся, какие. Что царь-батюшка... Тебе что, ты на море хочешь? Царь-батюшка спонсирует мои исследования. Ну, дурынь, да все готово отдать, господи. О, да не повезет он тебя на море-то, а? Прошу спонсировать мои исследования, научный грант и на море. Но море... Ладно, об этом потом. Я могу поспонсировать дочерью. Красивая. Ежели будет грант, вот то можно и дочь. Она и есть мой грант. Ты. А вот такая прекрасная. А смотри, какой башмак. Он в схеме не подходит. Ну, подожди. А как не подходит? А смотри, ржет? Ты говоришь яйцо. Яйцо, она не ржет. Она разговаривает. Ржет, ржет, Валечка, это у нее вот, это у нее родовое. Все время, все время, смотри, башмак, снимай, снимай, давай, давай. Башмак, да. А как знаешь, что сказка была? Когда мы видим, кто же ее поломает. Не мучайся, даже не подойдет, она твоя. Задача скорее всех выиграть. Она с вами.
чашку нашу, пойдем. Ой, вот эту дурью, вот что ты набрала, дурища ты? Вот что это? Вот сокровище, истинный смысл. Ну, не все это, ну, ну. А, зеленый дай. Он мне вот сюда. А ты попробуй, дай красненький там будет? Ваня, 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 Ваня. Электричество. Электричество, ну видишь, все, теперь Ваня будет заниматься электричеством. Приведи, приведи, это себя, приди, с чем она? Гоняй, 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 она у тебя что хочет? Вместе с Давилом. Он же ее замуж никогда не возьмет. Я ему грант. Какой грант? А он дурак, он нифига не понимает, он честный, извини меня. И никакой грант не возьмет за взятку. Моя вселенная, вот. То есть сложно, как вы поняли, в этом маленьком царстве-государстве было очень сложно с женихами. И более того, сама невеста была такая, что выдать ее замуж было достаточно сложно. Царь батюшка, иди в свой дворец, успокой свою принцессу. А зачем она мне? Зачем она тебе? Ты можешь ли давайте, давайте продолжим. Нет, подача мирового яйца и модели. Научи ее разговаривать. А то замуж не выйдет. Загнись, Ваня, занимайся своими делами. Хватит. Макс. Вот. Иди тоже, успокойтесь, успокойтесь. Послушайте дальше, послушайте дальше. Это же не вся еще история. Садись вот, сиди. Да, успокойся. Чтобы ее не видно было, вот, потому что ее всем показывать вообще опасно. Вот. Но поскольку времена были давние, в эти времена людей было мало. Как видите, видите, женихов-то даже нет. Вот, вот куда деваться, вот Ванька и все. Вот, людей мало. И вместе с людьми жили другие всякие существа, причем ели с ними, пили, то есть вместе жили. Одним дружным таким вот домом не только шушеры, но и тараканы. Да, семейство тараканов. Вот, причем главное в этом семействе тараканов была мать тараканиха. И вы себе представить даже не можете. На самом деле это вот сегодня вы думаете, те тараканы, которые, которых вы видели и знаете, что они такие. Ничего подобного. В давние времена тараканы были совсем другие. Посмотрите, какая ты сюда, какая красивая. Посмотрите. Вот. Мамка именинница, между прочим.